Все я тут. Привет, ребята! Привет, ребята! Здорово, здорово. Нет, я им пишу. Сейчас я подойду. И можем стартать. Да задрот какие-то! Кринж. Так, ну все, поехали. Че, гоу! И получается не гоу. Здорово, бандит. Опа, здорово, ММР-турист. Скорее, ММР-террорист. Не понял. Да, ну, лустрики что-нибудь шо. А, так это все на нем? Ты сейчас ни одного человека, ни одного человека не найдешь, дочь, которого винстрик. Я видел только Дрюса, который не может победить. Не может победить. Здесь он тоже пока победить не может, ему очень грустно. Это что такое, смайлик НС, не понял? Не понял! Украли ник мой. Так, ну я посмотрел за врагами, везде какие-то киберспортсмены играют как киберспортсмены. Так это мы, смотри это на мы? Нас. Да, смотри на нас. Так мы еще не играли. Грубо. Ладно, выражайся в тех самых терминах, которых надо. Дрочилы против. Правильно? Да, лютые дрочилы. Дрочилы, понятно. Знаешь, там этот колят таргеты там в тимфайте, там все. Что? Кто таргеты? Кто? Да. Это монетка, кто Лину пикает? Я вообще не знаю, что это монетка, у нас же рандом. Кажется, мы. Так, все, мы за свет. Поехали. Я так понимаю, мы нажимаем кнопку рандом, правильно? Да, да, да. Типа, это правило турнира. Сначала банить. Но забанить может что-то. Марфа какой-то. Спектру надо забанить. Духоту какую-нибудь забанить-то. Чтобы не было. А лайнами мы можем свапнуть, да? Пофиг вообще. Лайнами? А у нас позиции? Не, позиций нет, позиций нет. О, Куман на дровке. Киберспорт. Понятно. Let's go. А он что, он не наугад? А, или тоже? Не-не-не, там наугад. Все, я понял, это у нас... Почему-то их не написано. Ну понятно, Куман на дровке, что скам, нас заскамили, ребят. Что, мне идти фармить на террорблейзе, чешом? Да что хочешь делать? Ну да, а кто в мид? Можешь в лес. Кто в мид? О, Вич-доктора в мид отправил. Слушай, го Вич-доктор или кого? Ну я могу, если надо, но я бы лучше... А кто? Хуярился. Ну пойдем там. А ну хотя ты зомби или кто-то там? Не-не, я Марс. Я зомби. Я Марс, ребят. Ну, вообще, медовый аналогично в мид отправлять, не? Медовый Вич-доктор Марса, тоже Марса, хайповый звучит. Марс, онлайн, кройка, не? Так, давайте, решайте, тогда я решу, куда мне идти. Ну, я бы на боковую линию на свою не пошел. Подрался. Туда в мид пойду. И да пускай Вич-доктор идет, мне кажется, Вич-доктор возьмет быстрый агоним, там все что-то такое, будет дрочилой. А он же как-то выбирает, да, типа кого рандомить? Ну, он же не чисто случайно героев выбирает. Тут вроде, типа... тут вроде чисто случайно. Это в паблике, да, ты если рандомишь, он какого-то там плюс-минус героя. То must pick it 50. Не, ребят. Стоп, стоп! Досмотри до конца! Что лучше? Взять CSGO Prime за 1000 рублей в Steam или за 100 рублей на LOL Steam? Я думаю, выбор очевиден. LOL Steam — это честный и безопасный сайт, где ты сможешь найти дешевые аккаунты по любым играм. Насколько я понял, мы пиздец долго, а я еще и продал... Да, там руны еще. Там руны. Очень быстро. Тут уже Vision. Да их. Это разогретые дрочилы прям пришли. Дрочилы! Да, они разогретые. Не, мужики, у меня план такой, мы эти две въебываем, дальше две выигрываем, и все. И из группы выходим. Короче, я тоже оказался дрочилой, ребят. Если что. Я так стартовал, я даже, блядь, билда не могу вспомнить. О, шкипер, мы с тобой идем на линию задрачивать их, поехали. Против двух силовиков, как будто бы мы не хотим пока драться. Не хотим, да. Блин, он запиливает. Это дрочило на пиле. И что делать? Я съебу. Я тоже, бля. Пушку по двоим спамить. Не надо, дядя! Командир, блядь. Ну а чем делать мне, если меня идет дрочило и просто спиливает меня к хуям? Ты дави кушку. Да. Я там от тебя немного отагрил этого дрочила. Я с мида уйду куда-нибудь. Я ебал с дрочилами. Я вот на низ нагну, ТП, там трахну кого-нибудь. Все. Ты в мид идешь, Эрик? Да, я постою в миде немного.
если хотите. В крайней мере, я могу кинуть в него копье. И не умереть, наверное. Вообще, я могу в миде экспулю пополучать так-то. Ну, слушай, я бы пополучал экспу, потому что у меня третий левел прокачки персонаж. А кто-то его знает, когда экспу поднимается? Не, экспа вроде так же поднимается. Да? Вроде да. У меня маледик левел 3, хуярево. У меня два типа куда-то съебались с лайнера. О, оскочило. Нормально. Дрочило стоит, крипов держит, блин. Ты чё? А как? Лопнет на фонтане. Как нам? Видимо, нет. А, девятый левел прокачки. Понятненько. Было близко. Чё, маны подзаливаем, ребят? Давайте этого ебать туда. А, ну понятно. Я ломаю деревья, мне похуй. Нам бы эту дровку бы убить в меня, когда сабли как-то... Я левел 6 получу, мы смог и выйдем. У меня такой же план. А других путей нет. Ну или этого трахнем сначала. Эдштов дрочит. Дрочит Эдштов дрочит. О, смотри. О, это Рики, а у нас нет. Есть, а, есть. Блядь, неудачно получилось. О, давай. Ладно, я умер. Он похилялся на меня. Хотя он, блядь, похилялся каким-то образом. А как он похилялся? Он что, гений? Блядь. Я его гитарой тюкнул разок. Не, он то ли 500 стиков нажал, то ли какой-то лот. А ну-ка его, бля, туда его нахуй. А! Блин. Я пошел. Да тут эти. О, я сейчас на низ приеду скоро. Опа! Сейчас, может, найду. Да. Ну что, его показывают, его показывают. Он вообще такой хуйни не ожидает. О-о-о! А какой хуйни? А, у него такая хуйня есть. Он умирает, по-моему. Умирает же. Надеюсь. Будем надеяться. Так, что дают нам тут? Давай. Safety bubble. Ага, ага, ага. О, экспа, кстати, ребят, надо взять. Бля, дрочилы! Сука. И ведь реально же... Бля, может быть, Blade Mare? О, нормально. Ребят, я держу на себе дрочил в центре. Пиздец, тяжело. Уважаемо. Угу. Че, мы, ребят, можем еще этот смоки затравить в дровочку? О, я пойду вот это возьму. Можем, можем. Да, экспо надо. Мне кажется, 13 уровень, как будто бы хочется этот немножко поднапрячь. Ну, хотелось бы, самое малое, да. Ваша центральная башня атакована. Ой, я нашел ее, кстати. Для меня. Лично тоже. Опа, там... Пошло под рачилом, а ну я в сайленсе. Там Рики Мару сидел вообще. Ну чё, ребят, сейчас я с ними разберусь. Давай, давай. Ну это бай, я выезжаю. Да блять, дрочилы! Блять! А их тут 5 оказывается, ребят. Да. Их тут 5. А их реально 5. Блин. Надо было тоже тэпаться на Террорблейде. Мэм. Ну чё, это план Б, ребят. Это наш дрочило. Не, нормально. Ребят, я думаю, надо блейдмейлы брать. Это звучит как уверенный план в этой игре. Так, поехали. Во. А чё, я пошёл первый просто. Без неё, я думаю, они не такие сильные. Давайте. А куда? Смотри, тут кто-то. Тут Рики. Но! Ребят, доджи, да, они я пока... Доджи, да, они как-то все доджат, сука. Я в сайленсе бесконечно какого-то. Под маледиктом чела закусать. Вот. До него 18 секунд. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ага, бля! Я следующего цикла. Он куда-то съебал. Он где-то там. Да. И каски туда пошли по людям, кстати. Но так там дровка 5 секунд в жирке. Сзади, ребят, надо помочь. Мужчине наш. Я его бью персонально. Мы не того бьем, бля! Да, блять! У нас драка разделилась как-то, ребят. Драка разделилась, пиздец. Бля, он стоит на своем леднике и хуярит с него. Вчера, короче, чуть-чуть не хватило нам, ребят, капельки. Кажется, у нас герой, говно. Да не, просто... Есть, короче, предположение, что если мы не убиваем дизраптора, то, блядь, у нас один герой до цели не добегает. Есть такое предположение, да.
Но мы сейчас сделаем, ребят, сейчас у нас все будет, мы войдем в них. Смок, смок я уже приготовил. Давай, давай, да. Так. Так. Все, моя задача не сдохнуть, поставить палку. И все. Они все склеятся. Да, нормально будет. Это последний просто, ходи в тимфайт. Да, но там, блин, и Рики есть, и Глимс есть. И да, ничего, мы все разминировали, Егорыч. Я жду, я жду здесь. Выжидаю. Смог выжидаю или чё? Ваша центральная башня уничтожена. Погнали. Нет, КД. Ничего страшного. Нормально. Заходи, заходи. Оп. А гоним там из что? Нет, пошла одна палка. Пошла палочка! Да, Сайленс. Я за динозавром выехал. Реально, Сайленс жестко. Да, блин. Слушай, что-то нам не хватило, да? Да вот... Ну меня не... глимсанул мужик в итоге, и палка долго не стоял. Бегает кипер за кем-то. Я гитаристом почти догнал динозавра. Предлагаю сдаться. Хуже героя не могло дать нарандоме. Короче, сами с драчилами в мир. Не, ну с ВНТБ это вообще забей. Это пиздец, ебаный шок просто. Не, ну зарандомило хуету, это правда. Мы приходим на линию, а у нас тиммер просто идет, кастрюля пилит нас двоих. Что делать? Ты на базе стоял. Я сам, если что, в какой-то степени дрочила. Так, я баню Марфа. Ребята, фулл фокус. Фулл фокус. Бля, сейчас фокусировка пошла. На балку. Опа! Говно. Девочка, сосочка, цемочка. А там бруда, блядь. А там бруда, блядь. Ребят, я иду кэч, если что, на МРТ, сами понимаете. Кто так со мной? Нужно да, какой-то... Да, а я Doom 4, видимо. Нужно прикрытие, нужно прикрытие. Можешь на ДК прикрыть? Или кто там у нас? Я просто... Короче, ММР-турист у нас идет на мид. ММР-турист на ДК. А, все. Так иди... ММР-турист на мид. Так иди, девочка, давай со мной. Давай я тогда пойду с тобой. Вум. Я с тобой пошел. А ты девочка или кто-то? Я девочка-цемочка. Так все, так это оно. Это наша игра. Все, нахуй, смоук, побежали, ебать. Нет, погоди, я думаю... Гранату надо, я блядь. Думаю, что купить. Тоже не знаю, что купить. Смотри, танго на агильную маску, два говна вот эти. Все, я уже купил Робов Майк. Да это Турбо, чувак, какие тапки Спайдермена. Шкипер, шкипер, ты просто, если что, хуяри, ПТС, саблю себе. Так, я боевого, да, буду. Я беру дедшот, но стрелять им я не очень умею, там, как пойдет. Ликан воин. Ты плюсы вкачай просто. Так нельзя до четвертого, блядь. Да нет, ну я там разбил. Ну ладно, что там, сейчас потренируемся, там вроде не так сложно. Ну, а что? По-моему, у нас посильнее, да? Да, да, да. Посильнее, конечно. Только Якумен не взял на первом. У меня чисто... Мы три руна отжимаем, как про. А где они, где они, где они? Где дрочил? Опа, вон они, вон. А я с танка сейчас. Кружай, кружай, пропустите. Оп, и ФБшечка. ММР-турист на месте. А, в своем роде, ребят, я тоже дрочил, если что. В какой-то степени, да? В какой-то степени, да. Так. Кто там у нас? Это... Банан у нас. Банан, пизда. Банан-гуль. Особо опасен. Ну и чё это? Банановый гуль. Бля, нахуй! Живём! Так! Я ультану. Поехали, поехали. А, давай, Бэйн... А, нет, Найкс, возможно, в портал зашел. На топе, не знаю. Бэй, против Бэйна стоять тяжеловато на линии. Нынче стало вдруг... Нынче стало проблемно. Поэтому мы в лес. Ну, хотя... Вроде пушится что-то. Я могу в мид выйти с Думом на Зевса. А у тебя есть? А может, Бэйна трахнем как-то на топе? Вот этого бы убить, он пиздец жирный. Он жирнее, чем вы думаете. Что, мне кажется, на базу пойдет сейчас.
Да. Люблю смотреть, как горят мечты людей. Вот это. Пойдем вот еще. А давай еще вернемся внизу. Давай, давай. Я могу волками. Пошел. Ребят, меня ебут на топе. Я лечу. Я бегу вниз. На броду я могу нажать думу, ну где мы? Давай. Вижен, просто дайте мне линзы. Ебать! Вот это разворот. Вот это разворот. Ой. А, СД нажму дом. А, тут еще здесь. Я вышел. Хорошо. О, нормас. О, у меня молния, пойду в лес с этими молниями. Пассивки нет у меня. Снизу. Я не могу этого. Там руны экспы, по идее. Я буду качаться куда-нибудь в другое место. По идее. Бруда, ты меня называла. Я улетел с топа. Бейн под мидом, вот сейчас захотят меня загрипить, возможно. Я с УП стою на волку. Пусть знаешь, как ответить, но... Меня дома нет сейчас. Отвечать Бейн. Но у меня ТП. Меня видно здесь. Вот, нехват миди стоит. Я в нашем лесу. Я бегу к пауку. И Зевсу. Опа. Чё-то не выкупил этой хуйни. Ладно. А голод это? Я думаю, бар здесь. Никитас. Давай. Тик. А чекнешь? Угу. Ага. А, Бейн меня ультанет. Я бегу сбивать. У меня много хп еще. О. А, не поживу так. Мандир грибов. А, цепишь? Ну ща, немного качнусь, ребята, и приду. А можем по вышкам поработать? Это как будто... Что думаете, на думе купить? Да. Я какую-то одну-вторую шмотку, ребят, берешь? Проебал, если что. Не-не-не, бери. А можем вот сюда? Да, пойдем. Да здравствует скорость. Ребят, попробуют грип нажать сейчас где-то. Стопудово. Что ты, блин? Так, я тогда, наверное, лотос куплю. Против бейнов этих. Можно аганим просто. Что дают? Ну, что-то первой шмоткой аганим я не хотел делать. Бруда, ребят, напала. А я бы умирал. Помоги, Егор! Ребят, что это такое? Да, я иду. Минорная помощь. Вот тебе помощь. Ударь меня. Устраивает такая помощь. Ребят, я с БКБ. Я пиздец раньше. Я не... Ладно, я подумал, меня дума нет. Иду ебать. Ваша верхняя башня. Че, пойдем ебать? Я вхожу. Я готовый. Ярик уже вошел. Ну да. 3 секунды вот у меня. Я вышел. Я за зельцом поехал. Блин, мне как будто бы нужна шмотка, чтобы не умирать. Сдам стан сейчас. От Зевса, от этого ебучего. Как думаете, эта шмотка это БКБ или это какая-то невнятная шмотка, типа современных вот этих шмоток? Можешь. А ты, у тебя получалось Зевса бить? Да я могу его бить, да. Получилось в гостях. Ну я. Мэйдж Слэйр можешь взять, кстати. О, Мэйдж Слэйр, в натуре его же там апнули. Поехали. Какая-то современные шмотки надо покупать, а то что мы как старики. Правда. Ярик, говорят, у тебя пассивка не работает. Ее нажать надо. А, пассивка? Ее нажимать надо? Да, чтобы она включилась. Ну откуда я знал? Я не знаю, нахуй это делать вообще было. Это же... А, то есть я все это время без пассивки хуярил? Да. Ну откуда я сдал, блядь? Я не играл ни разу на этом героя. Так, ребят, короче, план следующий предлагаем. Можем Рошана собрать. У меня есть лотос и есть дум. Ребят, что нам сейчас надо навязать как-то. Не, пойдем вышки ебать. На нашего хачера дам лотос, и Ебейн его не схватит. Слушай, у меня вот Мэйдж Слэйр подлетает. Сейчас им Йолнир купим. Го, потопал тогда. Блин, слушайте, пусть они нападут на кого-то. Я гораздо увереннее стал дамажить все вокруг. Мне нравится. А я, ребят, я прыгаю, ребят, смотрите. Ты под лотосом. Давайте, парни, я вхожу. А хуярь его, Ярик. Да-да. Хуярьте. Что тут с демоном еще?
Они, по-моему, уже все, ребят, они уже приплыли. Очень уверенная игра от команды. Я думаю, что под ботом. Нужен ли нам этот терзатель обоссанный? На, ну, пойдем, все. Ну давай, блядь, все забираем, давай. И этого тоже. Сейчас визна будет, кстати, на 14. О, девочки-сосочки. Шарт не помешает. А вы далеко, ребят? Нормально. Все хорошо. Отзыпнешь его? Ой, этот... А я на тебя лодку сажал. Ребят, меня очень тяжело убить. Нормально, если мы можем немножко отойти. Нет, и Го отойдем. Мы ждем эту руну. Мы ждем руну и хотим отжать нашу. Нихуя мы хотим. Они, кстати, могут... Здесь, это очень я улетел, ребят. Забираем и уебываем. Они могут знать этот план, ребят, наш. У меня минута до дума. Вообще нам надо... Я, наверное, может быть, куплю пайп. Или все-таки Агани можем. Ахуя, сейчас гоним, Егорыч, ну, ты как... Не, ну, слушай, там, если... Их дрочило, играет... Не, на, если что, пайп вообще не ошибка, это точно тебе говорю. А вот я тоже думаю. Это база. Если их дрочило на волшебнике, пайп решает. Это база. Слушайте, а что еще купить на Муэрте? Есть идея? Вот у меня такой билд. Здесь брута, могу закетчить. Посоветуйте купить что-то на Муэрте. Блин, БКБ рефрешер, будешь прыгать, бессмертный стоит там. Думаю. Ребят, есть помощь? Так, а я лечу. Бля, я долго лечу, пиздец. Я сюда на иллюзии там лодки. Мощный чел, бей. Я пытаюсь, чувак. Я, к сожалению... Помогите с бойно, помогите. К сожалению, я реально не могу без БКБ бить, как выяснилось. Нет, не успел. Забей, я рофлю. Ну не дотягивайся до кого-то. У меня дум сейчас будет, у меня дум. А так, по-моему, без дума паук погибает. Если есть чат, просто говорит, скажи Ярику включить пассивку, блядь. Ну откуда я знал, блядь, что она не работает? Ладно, ребят, я БКБ с блинком. А мы Мэйчлер сейчас не во что не грейдится? Нет. Грейдится Блаторн вроде. Не-не-не, там сейчас другие приколы. Нет? Ебать. Но... Мы хотим там попушить Рошану чем-то. Да можно. Но если пайп есть особенно, то можем идти просто понизу, не знаю. Потому что я, в принципе, уже сильный. Или можем Рошану убить быстренько и по топу. Рошан больным, ребят, в топе. Рошан бот. Ой, в топе. Ну да, я говорю, убьем Рошана и по топу пойдем. Не надо пойдем. У меня есть пайп теперь. Так. Выбирай, Ярик. Выбирай. Ярик. Давай. Блин, мне бы, конечно, БКБ бы это докупить как-то, ну похуй. Ну, можно подождать. Да это долго, блин. Сказал чел в турбо играет. Но все равно это... Ну, хотите прям прыгнуть с них? У меня дума нет. Не, мы просто подойдем, будем лупить. Вот у Егорча пайп подлетает, да? Или что? Да. Во. Да. Переложи так. Да. Смог джимал. Кстати, у меня форма закончится через 10, и надо 15 секунд окно там будет подождать. У меня дума еще 25. Не коммитесь слишком сильно. Не, мы так, мы чутка. Я просто вышку ломаю. Пощупать, да, их немножко? Да. На Ярике лотос, если что. Я вон уже пощупал, видишь. Но здесь... Грибобас. Грибоедов. Не, Егис. Кончился лотос. А я пайп жал. А давайте ебаться. Да, можно. А я что-то вжал, нахуя, ребят. Скоро приду. Лотос нажал на ДК. Не двигаются, ребят. Задумываем. Спасать Аки получается. У меня Вова Пейн ебется, ребят. А похуй. Ура, победа. А, трон победа. Душить. О. Ну и все, ебать. Вот так вот, бля. Ребят. Это чисто, ну, как дядя Гейб скажет. Ребят, мой импакт в игру, кстати, это поразительный космос. Включил пассивку и выиграл. Нет, я нихуя не сделал в принципе, и даже включив пассивку. То есть я себя ощущаю
Головачев, что ли? Ну, я себя тоже в этой игре не особо чувствовал на Думе четверки. Да. Вообще же нихуя не умеет герой. Да не, ну я понял. Ребята, по факту победила командная работа. Это же игра на долгую игру, а это Дум, блядь. Не, парни, вы не понимаете, ага. Это скрытый импакт, вы просто его не видите. Не, на самом деле он есть. Не-не-не, я всегда вижу свой импакт, я вытягиваю на себя внимание задротов. Вот. Ростик Клоп. Дрочил, да. Ладно, ждем в лобби, сейчас подойду. Да, ребят, это уже 1-1 у нас. Третья решающая карта. Совсем скоро. На ваших экранах. Подрочить и там надо, этот... ну, одну сыграть в турбо, чтобы маленько суставчики, так сказать, в порядок привести там. Главная фишка турбо — это то, что можете в начале игры бесконечно все фласки таскать. Ну, да. Фласки и манго. Ну, типа того, да. Ну, как 1-1, считай, играешь. Все, ну, да. только жестче. Ребят, гораздо. Дайр выбираем. Я за свет. Да. Дайр — это мы выиграли. Так мы за Дайр выиграли, а за свет со своим. А, так все, да, мы да. И они тоже самое. Ну, всем похуй, поэтому... Так мы тьма уже, все, мы темные. Ну, у нас герои, да. Да, о, все, так, баним дрочили на героев, дрочил баним. Во, Бруду. Спектру баню нахуй. Блэс ранга брюмастера мне, пожалуйста. У-у-у. Ты что, дрочила? А ну-ка, о, лич. Охуенный герой у нас вообще. Ой-ой-ой-ой. Бля, куба на тимаге, сука, 29 уровня. Сейчас хуя. Так, дайте подумать. Бля, какой-то тиркер. Тиркер. Да, Сарк Мид. Так, я не хочу. Что, давайте я карик тебе, да, получается, ребят? Или что, или кто? Ну давай. Как мы поставим? Давай ты на личе вниз против антивага, да, потому да, что да, я да. В него ракеты но не покидаю. Ну понимаю твое нежелание. Ты же знаешь. Я знаю. Ты не хочешь. Я 6 побед подряд на Омнике. У меня последняя игра на Омнике, были, наверное, полгода назад. Я там бывал. Так, а что это? Какой-то сайленсер со сайленсер. Бля, у меня не работают сборки эти. Приготовьтесь к бою. Так, срочно билд. Придумай что-нибудь. А что, если так. я поставлю паузу и перезайду Whale. Быстро? Ну, поставь, перезайду. Можно так? Ну да, ну что. Ну, наверное. Вейл. Какие же смешные герои если попадают. Если это пофиксится вообще. У меня тоже сборки, кстати, улетели в помойку. Так, не помогло. Да, похуй, после. Разберешься. Да, похуй. Оу. А что у тебя сломалось, я не помню? Ну, сборки, знаешь, что, типа, ну, шоп открываешь. Рекомендуемое, да. А-а-а. 30 секунд до начала битвы. Ну да, это чтобы не думать, да? Там от Грейшарка есть сборка какая-нибудь? Грейшарк. Иначе в чем смысл? Это, ребята, можем? А может... Есть от Грейшарка. Вот. А что, пойдем ебаться? Вот здесь. Но я ее выбираю, нихуя не происходит. Бля, ну мы не успеваем уже поебаться, походу. Тут надо очень быстро думать. У них герои что-то... Не особо наеблю против наших. Да, кажется, да, но мы просто не, не забоятся. Мы просто не успели конечно. Прийти. Вместе. Я шапочку надел, писю не показал. Ко мне никто не пришел. Ребят, по-моему, это они не успели прийти, блядь. А может сюда зайдем, посмотрим, чисто. Что там? Ну-ка. Там нихуя. Тинкер на топ полетел. Интересно, Йон дрочил на Тинкере или такой? О, заработали предметы, кстати. Я думаю, это суппорт. У меня нет. Ну, саппорт дрочила тоже может быть же, правильно? Вообще, да, кстати. Согласен. Так, а что надо, шарт покупать на нем, да? Чтобы 2000 или как, или чё, блядь? Как? Ладно. Да, вроде. Так, я ракету в него закину, чтобы он знал свое место сразу. Блин, у меня особо опасен, ворует, и весь интеллект, я тупею. Опа, нихуя. А ты будешь брать соплю? Или без сопли обойдемся? Да. А сори, а что это? Так. Минорно доебались. Ну как будто бы не на втором. Хотя. Ну сам смотри. Ой, они вторые апнули. Ай-яй-яй. Я вроде гуд. Ну как гуд? Хуёво немного, но гуд. Так, я заберу лотус. Давай. Да. На самом деле ты можешь... А, ну вот сейчас закончатся крипы. Там 2-0, два банда у челов, как бы. Да. Как будто эту линию вообще не хочет ставить. Угу.
А уже ее реально я не хочется. Я должен типа фыркать, бегать, а они наоборот сжигают. Уже эту линию не хочет стать. О, Егорыч, может подлетишь к нам как-то с Тузи, а не... Там, по идее... Стуза, давай попробуем. Слушай, мне хочется еще, наверное, пожраться. Ладно, да-да-да, отжирайся, отжирайся. Если хочется отжираться, брат, делай. Нас просто ебут, но это мы потерпим. Ну, типа, я против антимага такой себе помощник. У него пока нет этой штуки. Антимаги. Пока не, у него еще не изобрели ее. Сайленсер летит куда-то в мид. Сайленсер 6-6, если что. Слушай, тут один остался, этот хрен пока. Оба. И антимаг еще летит. Он отменил антимаг. Я не знаю, как термоэлта работает. Надо разочек ее кинуть будет. Просто вперед кидает, как бомбардировку какая-то. Да я видел. Как на 25-м. А ты просто кинь, сразу поймешь, как она работает. Я так хочу. Попробуем, смотри. Да. А что, еби его, может? Настолько он в стрейфе ошибется, сразу въебу. Бля. Давай. Бля, тут Вова Пейнт пришел на визаже трахать нас. Мне кажется, они тебя тоже выебут. Ой, там еще птица. Так, я вообще кастаю. Они испугались. Что там в центре? Что-то кто у них? Я бы туда. Чинка сейчас стоит. Так, на топе пришли. Так, будем? Угу. Вроде будем. А ну-ка нажму. Там КД маленький, так, у нее. Сейчас тебе... Авось не увидит. Сейчас тебе въебал ракет полетит. А, у них Бладсикеры. А, у них Бладсикер Тинкер! Охуеть. Мертвец. Я только сейчас осознал этот момент. Получается, нужно... Ждрачило пришел. Ага, ждрачило. Ракета в меня полетела. Да? Что ли? Получается... А как ульт теперь работает? Юнит таргет, да, на одну цель. Да. Сильность. Так, я лечу в мид ракету в визажу. Да, угу. Тоже, я подхожу. Тоже бегу. Так, он видел мое ТП. Ах он, кажется. Ах он сын. Ну сейчас попробуем. Все, я несу себе шар. Теперь ебанутый. Че, можем в него въебаться просто? Да, можем. Если можешь, сейчас я подхожу. Давай. Сейчас тебе дам эту броню. Ракету зарядил. Че, второго тут ловлю. Да, я, кстати, погиб. Бам-бам-бам, тут антимагия! Слушай, да тут у тебя контрят бладсикерами, тебе походу какая-то линка нужна или чё? Мне Саша Яша нужна. Ну или она. Да, ошибся. Визажист плотный оказался, малый. А, сейчас глиммер куплю, тут походу без глиммера не разобраться вообще. Там антимага, Battle Fury Manta уже почти. Манта. Сларк пусть кач. Трахнет их потом. Так, я вот Сайленсера вижу. У него форс. Мы что-то разделились, там, ребят. Мы захотим его килл? Сайленсера? Ну можем. Ветер. А вот царь. Зарядил. Что, а у этого тоже форс? Антимаг, да, сейчас у вас будет, ребят. Да, я лучше он тэпнет сюда, по идее. Мы его не убьем, да. Нихуя. Бля, я можно... вижу, что вот так, опа, и со Сларком, вот туда. Да. Что, они не умирают? Нет, те в топ идут. Сейчас мы будем я с вами. Я расходятся. Я бы Тинкера. Надо Тинкера первым убивать. Да-да-да, я ракету у него закину. Мне помощь нужна? Это антимаг настоящий. Ой, глиммеры нужны очень. Да, да. Я далековато был, когда дал тебе. Да, слушай, глиммер-то не особо спасет против Бладсикера, все же видно все. Но там больше нужно, нужен больше порог, чтобы видно было, по-моему. Ну плюс меня нормально магия поябывает, кстати. Нам, наверное, пайп тогда нужен. Ну типа я сделаю... Блин, ребят, там Сайленсер, он умнеет. Ебать, он умнеет. Ваша центральная... Че, пойдем как-то ебать их дальше? Или как мы действуем? Че, Солар... Не, Солар, наверное, ничего не даст нам, да? Меня хранит. Или даст? Вечная мерзлота. Ну вот и с глиммерами сильно помогут, по идее. Лотус, кстати, куплю. Морозный фронт. Так, вижу Тинкера, у него изверил. Ага.
А, go 5 minutes просто. Ну, поехали. Я бегу пешочком в топ. Знаете, что-то я хотят от меня. Я тоже бегу. У меня грифсы есть. Если что, не бойтесь. А, меня видно, ребята. Без ножа ракету. Тут варлик? Нажал грифс. Видимо, да. Тимак ДД. Бля, Тимак ДД. Оооо! Ой! Понял. Ты меня засайлинсил? Бля, Тимак ДД, это очень опасно. Не. Мансит. Бля. Идут преследование. Они реально ведут. Ребят, ебут. Пойдем еще раз пиздиться. У них тот вижен, что ли? Вот тот вар стоит просто. Да, да. Когда прям поставить пустырь? Я куплю лотус, не знаю, буду тебе его вешать. Это может помочь. Опа. Опа. Да будет так. Вот эти ребята. А, вот откуда арчит появился. Слушай, это... Надо сайленса, ребят, прыгать по воздуху. Я думаю, там сейчас 5 врагов. Уже пахнет хуем, да. А может, все-таки сайленса? Я тэпаюсь на Ашера. Много там скади... Да господи, у него Башер. Одного собрал. Взял. Оба! Нихуя! Да. Реген наверху. Но я тут не спасу. А, боюсь. Ну, боюсь, что блядь, тебе бы... О, смотри! Кажется, спасение. А. Блин, душный Башер, есть. Который с первого удара прокает, конечно, всегда въебал тебя. Мне Гост тоже не поможет, наверное. Я слишком стар, чтобы успеть нажать эту кнопку. Хотя... Ёб-картом. Блин, а как ты этого антимага бы убить? Ну как у него 26-й левел, нахуй? Ну, очень сложно. Его никак не убить, если только остальных. Но, к сожалению, он убивает нас уже да. Слишком активно. Надо их убить быстрее. Да. Сори, я его развожу сейчас. Это ума. Да. Для него Эбисел. Не. У него уже Эбисел. Тинкера ракет. О, нихуя, антимагу, кстати, эта ракета нормально так залетает. Ой. Не, парни, походу никак. Выглядит, как будто бы нужно 5 блейдмейлов купить резко. Возможно, это по... Возможно, это поможет. Эх, а так все хорошо начиналось. Погоди, ну мы еще в игре. Ну мы, правда... Нажмите гриб пока что. Нажмите гриб пока что. Мы, правда, уже не особо как будто бы в игре. Так. Позволишь. О, на очки! Не, ну это все равно мем. То, что у меня с Ларк и у Чел Бладсикер, блин. Ну, на самом деле, у нас все-таки лучше будет, мне кажется. Да ебать. Могли им выиграть. Да, у нас одна смерть. На первый и второй. Тинкер левел апнул просто. Типа на первый и на второй там типа очевидно, типа выиграли команды, у которых лучше были драфты, но. Да слушай, да тут это турбо. Да, я мог лучше сыграть больше. Типа, такая штука, понял. В один момент на линии у антимага 2 банда и у сальцев 2 нуля. И они просто что-то идут, все тебя райт-клик нажимают, и не очень понятно, как выиграть.